Во все времена родители хотели дать своим детям хорошее образование. При выборе вуза главным критерием для нас было качество образования. Как и все родители, мы для своего сына желаем прекрасного, стабильного будущего. Мы подумали об условиях в университете, где он будет обучаться, проживать, насколько это будет ему комфортно. И третьим критерием для нас было его безопасность. Ребенок, мне кажется, должен учиться и думать только об учебе, а не о чем-то другом. В университете Центральной Азии я нашла все. Качество образования, безопасность ребенка и хорошие условия проживания. Я уверена за светлое будущее своего сына.